Вопрос о высокой явке на досрочном голосовании в Алтайском крае также обсуждался сегодня на брифинге Центральной избирательной комиссии России, где подводили предварительные итоги выборов 2017. Прямая трансляция была доступна в интернете, ее вел телеканал «Лайв». Член ЦИК Александр Кинев отвечал на вопрос о том, были ли нарушения в ходе досрочного голосования в нашем регионе. Он ответил, что не было ни одной жалобы, не прозвучало. На протяжении всего времени, пока мы с коллегами находились в Барнауле, мы старались обратиться к максимальному количеству избирателей, в том числе используя средства массовой информации, обратились ко всем политическим партиям, работали со всеми представителями избирательных комиссий, в том числе низового уровня.